Так, всем привет, игра Art of Conquest, с вами Мега Зло. Обзорчик у нас есть небольшой, Гладиатор Байорог. Значит, один у нас Гладиатор уже был. Это у нас Руфио. Вот это вот теперь второй Гладиатор. Значит, что у него интересного? Давайте посмотрим. Кстати, база у него 127. Тут все стандартно. 1-1, 2-1. Тут все как обычно. Итак, очки здоровья 1-2К. Атака с 1780. Опыт. Понятно, нулевой. Итак, значит, что же тут нам пишут? Неизвестные миру. Массивные... что-то... Жотанс какие-то неизвестные. Править холодными вершинами. Норы, как клан полубогов, но могучий охотник Байлрок становится беспокойным. Так, он положил, странный перевод вообще, видит своими глазами. Он положил свои глаза на новую добычу. А, понятно. Он положил свои глаза на новую добычу. Так, да, ну... все, и это вот все описание какое только есть. Ладно, нас больше всего интересуют способности. Давайте посмотрим. Ancestral Totem, да? Отличный мой английский язык. Так, что же это такое? Байорог владеет тотемом предков своего клана в битве, поглощая духовную энергию павших союзников. Очень любопытно. Так, следующее. Ревенант. Каждый так часто... Так, да, каждый так часто тотем Байорог призывает гневный призрак... стигать на соседнюю энергию, нанося 56 урона и оглушая цель 2 секунды. Если энергия духа тотема полна, вражеские группы войск, пораженный тотем, пострадает на 20% быстрее морального коллапса. Сила увеличивает урон. То есть мораль, я так понимаю, падает. То есть, в общем... 56 урона, оглушение на 2 секунды и пораженные данным навыком юниты врага на 20% быстрее мораль теряют. Как-то так. Ну и соответственно со следующим уровнем увеличивается урон и количество секунд, насколько оглушает этих юнитов. Так, посмотрим следующее. Шок Вейв. Так, оглушающая волна, судя по всему. Каждый раз, когда он поглощает духовную энергию, Байорог ударяет землю своим тотемом, выпустив ударную волну, которая наносит 31 урона по своим... путь in the pass. Выпустив ударную, которая наносит 31 урона. Так, если энергия духа тотема полна, то Байорог атакует сплошной шквал ударных волн. Сила увеличивает урон. Ага, так, значит, тут суть вещей в чем? То есть, как я понимаю, то есть на базе у нас 31 урона. Волна, если у тебя получается энергия полная, то атакует сплошной линией ударных волн. Если же не полная, то, соответственно... какой-то лишь участок идет волны. И, соответственно, на следующем уровне, как мы видим, 67 уже урон, то есть он повышается. Так, что у нас следующее? Так, следующее. Когда Байорог находится на поле боя, вражеские юниты атакуют на 1% ниже. И наносит на 1% меньше урона. Не влияет на массивные или большие блоки.
Командование дополнительно снижает скорость атаки и уровень противника. О, вот этот вот навык очень интересен. То есть, в принципе, как мы видим, увеличивается уже там 1,6%. И тот и другой. Я думаю, что на больших уровнях там процентов до 10-15 легко можно прокачать, что в принципе неплохой бонус. Так, дальше. Следующий навык у нас. За каждые 2% нападения здоровья он получает 0,9% урона смягчения. Так. То есть каждый. То есть получается, чем больше урона получает к здоровью герой, он с каждых 2% получает 0,9% уменьшения урона. Если боевик побежден, когда дух его тотема энергии полон, он перевоплотится 6300 здоровья и может перевоплотиться только один раз. Соответственно, он перевоплощаться там увеличение со следующим уровнем здоровья. Так, урон возрастает с каждым следующим уровнем. Выносливость увеличивает здоровье. Увеличивает здоровье, да. Так, это тоже интересный такой. И тотемик курс. Враги, задетые тотемом Балрога, имеют 20% шанс быть проклятыми на 3 секунды. Проклятые юниты получают 38 урона в секунду. Обалдеть. Если энергия духа тотема полна, враги пораженные имеют 100% шанс быть проклятым. Магия повышает урон. Со следующего уровня у нас растет уровень урона в секунду. Так, если энергия духа то там полна, там уже 100% шанс, да? Ну все так же. Тоже неплохой, неплохой такой. И это у нас получается базовые навыки. Тотемик курс. Тоже. Шоквейв тоже. Замечательно. То есть у него получается только лишь один активный навык. Последний. Primal Fury. Так, Primal Fury. Так, надо бы перевести. Надо бы перевести. Что это у нас такое? Чтобы быть точнее. Так. Первобытная ярость. Боевик развязывает свою первобытную ярость, увеличивая его скорость атаки до 100% в секунду. Если дух его тотема энергии полон, боевик наносит двойной урон ниже 30% здоровья. Так, соответственно, 120% минус вместо 100 на втором уровне, да? На 100% в секунду. Значит, по сути, он увеличивает свою скорость в два раза. Раз 100% в секунду, значит, он увеличивает свою скорость в два раза. А, ну тут и да, если дух его тотем энергии полон, он наносит двойной урон ниже 30% здоровья. Собственно говоря, да, то есть получается это при наличии полной заполненности, то есть до 100%. Соответственно, дальше скорость возрастает. Да, интересно, интересно. Надо будет посмотреть, как это все будет работать. Очень уж интересный герой.
Так, ну вот как-то так. То есть будут вопросы, пишем, задаем свои вопросы. Будем с вами тестировать нового героя. Надеюсь, это будет крутой герой. Потому что очень уж хочется посмотреть на него. Ладно, всем спасибо, всем пока. До новых встреч.